Егор Борисов встретился в Москве с министром финансов страны Антоном Силуановым и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. С Силуановым руководитель Якутии обсудил вопросы исполнения бюджета республики, в том числе с учетом повышения зарплаты работникам бюджетной сферы. Как сообщил Егор Борисов, на повышение зарплат бюджетникам с 1 октября в бюджете региона дополнительно заложено почти 3 миллиарда рублей. Свои обязательства по зарплате и социальным выплатам республика полностью обеспечит, заявил Егор Борисов. На встрече с Сергеем Лавровым шла речь о расширении присутствия за рубежом отечественных некоммерческих организаций из регионов страны. В качестве успешных примеров глава внешнеполитического ведомства страны привел работу общественных организаций из Якутии, которые регулярно участвуют в работе многостранных площадок, в том числе в рамках постоянного форума ООН по коренным народам. Сегодня в республике поддержим те общественные организации наших земляков, которые находятся за пределами Российской Федерации. Это землячество наше, диаспора наша, которые организовывают различные, скажем, встречи. Это эсэхи наши национальные, например, в этом году проводилось в Сербии с поддержкой российского консульства. Все это в совокупности создают тот позитивный имидж Якутии, России за пределами нашего государства.